Посмотрите, как интересно. Вход в магазин, в галерею большую. Все через металлоискатель. Всех пропускаю через металлоискатель. Привет, друзья. Куда мы пришли, Алис? Это замок. Нужно, подожди, копеечку нужно бросить. Мы куда пришли? Мы пришли, где игрушки, где много чего. Мы пришли в Гранд Каньон. Здесь много магазинов и всякого разного. Мы посмотрим израильские магазины. Может быть, какие-нибудь игрушечки купим. Вот такой большой-большой трехэтажный каньон. Будем гулять. Летишь. Они хитрые, у них тут каждой игрушке привязана денежка. Да. Вот. И каждой игрушке денежка привязана. Кубики. Давай, постой. Пойдем платьишки тебе посмотрим красивее. Ну-ка, что ты здесь увидела? Ой, красивые платья. Ну, давай примерим, если это тебе будет подходить. Подожди, сколько здесь размер? Подходит. Давай еще посмотрим, какие есть. Красиво, тут много всяких есть. Пошли, а мне вот такие нравятся. Ой, ну прям такое белое нарядное, как у невесты. Смотри, вот хорошенькая, или это кофточка? А, это с шортиками, Алис. Смотри, какой хороший костюмчик. Зеркало подходит тебе? Да. Да, я посмотрю. Покажи бабушке. Красавица, где бабушка? Давай другое померяем тоже. Красиво это идет? Берем такое? Хорошо. Отойди чуть-чуть, я посмотрю, есть ли тебе небольшое. Это большое. Да ничего, по-моему. Не, померите вот это, посмотрите. Ну, по-моему, большое. Ой, как красиво, ну вообще. Да. Подойди-ка, дай-ка посмотрим. Покажи бабушке. Смотри, как красиво, я в желтеньком. Цыпленок, иди еще померяем. Поменьше красное. С этим штанами, да. Вот это хорошо как раз. Это хорошо. На-на-на-на-на. А вот, Алис, смотри, с цветочком. Или такой, с бусинками. Да, вот это хорошо. На, померяй вот такой красивый с цветочком. С этим. Это ты уже померила? На, вот этот померяй. Ну-ка, посмотри на меня. О, красавица. Это кофточки, штанишки, маечки. О, красивые, смотри. Внутри. Подожди, Алис, она сейчас поедет. Подожди, Алис. Сейчас поедет. Эти куклы уже нарядились во все новое. Либиха. Либиха. Куклы. Это какая-то сумка-подушка. Это сумочка, смотри. Ой, ой, осторожно, через голову не налезет. На плечо вешать. Вот какая сумочка. Ну, с такой жарковато здесь. Большой. Да, большой шарик. Там еще лампочка должна светиться. Он светится? Светится. Помнишь, у тебя такой был шарик на фуар, мы его выиграли, на миньон, по-моему, или шарик светящийся тоже такой. Поедем в стеклянном лифте. Да.
Давай. Не бойся, смотри. Держись за берило крепко. Сейчас поедем. Мы не падаем, мы едем. Не бойся, не бойся. Не бойся, это такой лифт. Выйди. Вот трусишка. Не нравится, красивый. А мы сейчас выйдем. Смотри, красивые. Смотри, какие красивые штуки вот здесь висят. Ой, хорошо. Как красота. Разноцветные, смотри. Алис. Все, выходит. Приехали уже. Приехали. Алис хочет показать, что мы купили. Ну, давай. Покажи сначала ложечки с вилочками. Ложечку. Вот такие вот мы купили смешные. Вот такую вилку и ложку, они с подставочками достаются. Подожди, зайка, я покажу сейчас. Ложка и вилка нам понравились. Платье мы уже в магазине померили, два таких платья. Розовое и желтенькое, очень красивое. Телепузика маленького, покажи его сюда. Привет, нам он понравился, потому что он такой мягенький. Привет. Вот здесь очень мягенький, у него пушистая мордочка. Да, Бобли Поншкаре мы купили тоже. Ку-ку, но это слишком близко, чуть-чуть отойди подальше, да? Угу. Ку-ку. Сумочка с Эльзой или с Анной. С Анной, сумочка с Анной. Да? Шарик ты уже показала. Там еще какую-то одежду. И Алис посадила божью коровку смотреть, как она будет показывать. Вот, привет, это божья коровка. Это божья коровка, когда еще мама ее покупала давным-давно, когда я была молодая. Еще Алис тогда даже и не было. И у бабушки она все время осталась. Я сидела и родилась. Даже ты еще не родилась, и даже Жюстин еще не родилась, да. Это мы на веранде, потому что здесь светлее всего. Мы решили снимать на веранде, потому что в доме немножко может быть темновато. Но покажешь свои еще платьишки или что там у тебя еще есть или нет? Нет. Ну вон, смотри, у тебя лежат еще вон штани. Вон, я положила все в стопочку. Вот это, да. Вот. Вот, давай. Покажи, вот купальник. Купальник. Купальник у нас. Отойди чуть-чуть подальше, чтобы было видно. У меня чуть-чуть купальник. Тут у нас купальник. Давай, что? Что тут у нас еще? Тут у нас еще вот с Белоснежкой. Покажи вот так. Держи, отойди. С Белоснежкой. Такой костюмчик. Да? Футболочка с ананасом. С ананасом футболочка. Отойди немножко подальше, а то плохо видно. Футболочка с ананасом. Ананас. Кто живет в ананасе у нас? Библи Ваниш. Бобли Понш. Губка Боб живет в ананасе. У него домик ананас. И... Почему? Ну вот так. И вот еще есть такой красивый костюм. Смотри. Вот с такой красивой девочкой. Держи. Вот такая красивая девочка. В общем, вот. Алис очень довольна всеми обновками. Понравилось тебе все? Да. Ну и вот тоже, который на ней костюмчик мы купили. Ну вот. Вот такой у нас поход был в Гранд Каньон. Божья коровка. Куда? Куда ты ее тащишь? Ну все, помашите с коровкой. Пока-пока. Всем пока. Эй, эй. Давай, всем пока. Подписывайтесь на канал. Смотрите, Алис. Пока-пока. Пока-пока. Ой, как танцуют. Чуть-чуть подальше танцуют. Пум, браво. Поклониться. Вот. Молодец. Замечательный танец. Это... Алис.